На этой территории произошла в 8 веке до нашей эры крупная, ну, назовем это государственной катастрофой, потому что пришли с севера каппадокийцы и скифы и завоевали. И, видимо, в этот момент, если и была государственность какая-то вот сугубо колхидская, централизованная, в этот момент она была, ну, если не полностью уничтожена, ну, во всяком случае,